Сенгилей районная прокуратура добилась выплаты зарплаты бюджетникам. Там сотрудники школ местного ДК и администрации района работали за спасибо 2 месяца подряд – сентябрь и октябрь текущего года. Сумма задолженности по выплатам перевалила за 6 миллионов рублей. Финансово и морально пострадали более 400 работников бюджетной сферы. В этой связи 18 октября текущего года прокурором района, главе администрации Сенгилейского района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого в начале ноября текущего года задолженность погашена в полном объеме.